Итак, друзья, сегодня мы с вами будем делать очень эффективные средства от грибка ногтей. Нам нужен чистотел в фазе цветения, когда он выделяет вот такой млечный сок. Видите, вот я разрезала. Он вот как раз этот самый сок, он является очень эффективным и лечебным. И именно делает наше тело с вами чистым. Вот поэтому трава и называется чистотел. Чистое тело. Смотрите, видите, у меня руки. Вот я собирала, сейчас его рвала. Имейте в виду, кто хочет остаться с чистыми ручками, одевайте перчатки. Ну, некоторые пишут, ожоги. Никаких ожогов. Вот сейчас я буду мыть посуду, убираться на кухне. Все у меня будет нормально. Она очень быстро все сходит. Мягко. То есть вот этот млечный сок, он влияет на и убирает все вот эти проблемы с нашей кожи мягко. Мы на сегодня с вами делаем вот такую, так сказать, настойку, состав такой, правильно если назвать, на яблочном уксусе, друзья мои. Как я его готовлю, сейчас все вам покажу и расскажу. Итак, я вот нарезала в баночку, сложила плотно. Сейчас еще подрежу, у меня чистотел еще есть. И сейчас залью вот обыкновенным яблочным 6% уксусом. Залью так, чтобы он, вот видите, вот так по плечике. Плотно закрою крышкой и уберу это все в темное место на месяц. Надо, чтобы листья чистотела и корешочки чистотела отдали вот всю, весь этот сок, всю пользу свою. Отдали вот в эту жидкость, вместе перемешались вместе с уксусом, друзья мои. И после этого процежу. Можно даже, если вы захотите уже начать применять его, можно и через 3 недели. Ну, просто аккуратно берете диск, мочите в этой жидкости и применяете. А потом уже, конечно, по истечении месяца, можно 1,5 месяца подержать. Отожмете все это. Через марлечку отожмете в другое. Эту стеклянную тару поменьше. И подпишите обязательно, что это у вас чистотел с уксусом. И будете применять от грибка ногтей. Значит, смотрите внимательно, как применяем. Многие пишут. У меня много рецептов на моем сайте, на моем канале. Он называется плейлист «Здоровье дороже всего». Там очень много разных рецептов, друзья мои, которые я сама лично применяю в своей жизни. И есть очень хорошая у меня мазь из чистотела, значит, потом вытяжка на масле из чистотела, лосьон из чистотела. И некоторые мне там пишут, вот откуда вы все это знаете, медик или вы или нет, друзья мои. Я сама, прежде чем вам что-то советовать, я сама вообще все это использую на себе, вот эти все рецепты, на своих детях, на себе, на своей семье. Смотрите, залили уксусом. Все, у вас, как я уже сказала, настоялось. Потом все. И берете пилочку для ногтей, спиливаете ту часть ногтя. Если он у вас весь прожжен, значит весь. Всю пластиночку вы должны ее спилить, друзья мои, до ткани, до самого тела. И после этого начинаете лечение. Если вы будете класть на больной ноготь, как, представьте, ноготь может пропустить вот этот любой, хоть мазь, хоть состав, хоть в данном случае вот это средство. Ну, не пропустит он же никак, понимаете? Нужно спилить. И вот это вот взяли диск, намочили в этой жидкости, положили, одели целлофан, носок и, пожалуйста, хотите днем ходить, если вы дома, хотите на ночь это делайте. Очень хорошее и эффективное средство, друзья мои. Уксус яблочный, он очень мягко действует, он у вас ничто там не сожжет у вас. А чистотел убьет весь грибок. Весь. Не надо не ходить в аптеку за каким-то... Я не знаю, сейчас эти средства стоят более 2000. Не у всех есть деньги. Попробуйте. Только знайте, с одного раза у вас ничего не получится. Делайте упорно в течение нескольких месяцев это все. Ну, один день пропустили, два пропустили, ничего страшного. Не было у вас там настроения или у вас не было времени... Дальше продолжайте, дальше, дальше и дальше. И еще иногда для профилактики можно смазывать перекисью водорода. Тоже очень хорошо.
перекись у вас там все обеззаразит, убьет тоже все микробы, протрите для инфекции, и дальше вот продолжайте вот уксусом и делайте, делайте. Сама лично вылечила грибок. Сама лично вылечила грибок ногтей. Но моя ошибка была в том, что я первые мои попытки не подпиливала ноготь. Потом уже, когда я его стала подпиливать, ну просто результат вас удивит, друзья. Всего вам доброго. Пишите комментарии. До будущих встреч.